Послушайте, старшаки вообще обнаглели. Они что, тут короли школы, что ли? Да у них IQ меньше, чем у моего хомяка. А он только-только закончил Колобка читать. Да я позвоню папе. И весь 11 А класс вообще переведут в 1 Г. А я просто их не люблю. Правильно, Соня, их надо не любить, а проучить. А это ты зачем взяла? Чтобы лучше разговаривать. Ты мелче, пиши мелче и разборчивей. Что, руки устали? Ага. Тогда ноги тренируй, сгоняй за пирожками. И мне прихвати. Ага. Ну что смотришь-то? Деньги. Какие деньги? Должок. Ага. Все, это уже полный беспредел. Надо наших парней отбивать. Но мы же еще с ними не поговорили. Может, у них какие-то проблемы? Пока ты разговариваешь, мы будем план борьбы. Но я думала, мы все вместе. Мы вместе будем переживать за тебя. Вот Колобок подошел к лисе. Всем уважении, не соизволите ли вы покинуть данную площадь и оставить этих школьников в покое? Что она сказала? Как я понял, она хочет, чтобы мы свалили. Да, именно. Так какой ваш ответ будет, господа? А я сейчас отвечу. Это не школьники, это хамы. Пойдем разберемся. Но у меня денег нет. Прикроешь меня. Значит так, кто из вас главный? Ну, я главный, мне дать. Вот вам деньги. И отпустите наших друзей. А уговор? Какой уговор? Беднова, твой выход. О, пирожки прибыли. Вы что, подрались? Пытались. И? Пытались. Ум не помог, сила тоже. Придется брать красотой. Что это за розовый фламинго пришел в нашу дружную компанию? О, а может это свинка Пеппа? Я вчера смотрел, как вылетает. Ты серьезно? Да уж. Да, я случайно просто вчера младшая сестра смотрела. А вы куда? С вами еще не разобрались. Девочки, в атаку! А-а-а!
А вы еще будете обижать наших пацанов? Да никто их не обижал, они долго отрабатывали. Сегодня с нас взяли 200 рублей за проход в туалет. Якобы там ответы на ЕГЭ раздают. И вы что, повелись? Знаешь, какой сложный экзамен? Еще не так поведешься. Господи, вот мы и решили их проучить. Знаете, сами виноваты. Деньги надо беречь. Ладно, пошлите, девочки. Нам еще надо кое с кем поговорить. А может, сначала поговорить. Нова, ты как нашла мой адрес? Знаешь, Ростислав, мы идеально подходим друг к другу. Кто тебе это сказал? Математика. Я все тщательно рассчитала. Может, и математика идеальная пара, а я не буду мешать вашей любви? Сопротивляйся, это судьба, а я тебе буду помогать на контрольных. А, ну так бы и сразу сказала. Любовь моя. Пошли навстречу счастливому будущему. Ой, первая парочка появилась. А где дружок? Тут его суженая ждет. Какой дружок? Ты что ли его ждешь? Ну да. А он скоро придет. А вот и он. Познакомьтесь, это моя подруга Алена. Ну где у вас тут пати? Капец. Катя, может пойдем поговорим? Катя! Катя! Да, пойдемте поговорим. Симпатичную ты себе подружку нашел. Когда успел-то? Ростислав, пойдем с нами. Ну чего тебе? Завтра контрольная по математике. А, моя принцесса, лечу на крыльях любви. Ну ладно, Катя, не расстраивайся. Не бойтесь, он сегодня добрый. Знакомьтесь, мой парень Борис. Ой, Беднова, твоего старшака что ли мало поливали? А, точно, он же боксер. Его, наверное, много били. У тебя что, двоих высоких не было? Мне этот дорого обошелся, а этот как бонус был. Мне в этой нудятине еще долго торчать. Отлично, гораздо веселее стало. Пойду ноги разомну. Я же тебе говорил, надо заранее его было пригласить. Сказал, что придет один. Мужики такие непостоянные. Не то что мой. Слава, принеси мне попить. А еще можешь вычислить химическую формулу воды. Ой, Юля, я буду очень рад посидеть и лишний раз повторить урок химии. Ты что с ним сделала? Кажется, ты его сломала. Это любовь, девочки. А ты, красотка, иди и скажи разгильдяям, что ты хотела его пригласить. Наверное, ты права. Почему ты сказал, что придешь один, а пришел с подругой? Ну я подумал, раз все будут парами, я что, лошара? Все, да не все! Ну сори, как-то неудобно сейчас ее бросать. А вот ей вполне удобно. Знаешь, я решила, что я тебя бросаю. У меня теперь другой парень. Золотарёва, ты чё шутишь со своим баскетболистом? Чё? Ты чё творишь? Тебе за что плачу? Ой, малявка, тебе ещё рано о парнях думать. Иди себе лучше купи куклу Кена. Он как раз твоего роста. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я покажу муж малявке. Я сейчас возьму и уйду с этой дурацкой вечеринки. Пошли отсюда! Она тебя бросает! Я не хочу!
отсюда уходить, он мне нравится. А может нравится, мелкий дрыщ, пошли отсюда. Хватит мной командовать, никуда не пойду. У меня есть парень. Да? Слушай, бросай эту малявку, они реальные истерички. Значит, выбирай, или он, или я. Знаете, мне вообще-то она понравилась. Я же говорила, что они того. Ты зачем увела моего парня? Я-то тут при чем? Ты куда лезешь? Она со мной. Значит, теперь я с тобой? Фигу тебе. Я теперь с ним. Ну что, не можете парней поделить? Знаешь, Чернова, у нас хотя бы парни есть, а твой, видимо, тебя не дождал. Ну лучше с таким, чем с тупым. Эй, она тебя тупым обозвала. А я не уверен, что она мне. Ну а кому? Не мне же. Да, Золотарёва, это в твоем репертуаре заплатить за свидание с тупым переростком. А ты что ли мне? Ростислав, сделайте что-нибудь! Уважаемый, вам, наверное, это неизвестно, но женщин нельзя бить. Они являются продолжителями рода. А вы знали, что Юнона? Ты мне зачем друга сломала? Ты ничего не сломала, зато он теперь умный и благородный мальчик. Да, дорогая. Друг, вернись ко мне! Ярослав, я все так же остаюсь вашим преданным другом. А вы знали, что, друг, произошло от дарал? Ну, простите, я больше не могла этого слушать. Мне такой ужасный сон приснился, то, что я женился на умновой. Женился! Не подходи ко мне! И вообще, я сам контрольный напишу. Ой, знаете, вы все такие прикольные, я даже вас полюбила. Нет, ты серьезно? Увела у меня парня?